Добрый день, друзья! Вот такая у нас погода, а мы собираемся за опилочками. Приеду, расскажу. Вот мои цветнички по-быстренькому, вот муж пошел уже, и я бегу за ним. Мы на пилораму. Давай мешки, давай заберу. Сколько ты мешков взял? Вот такая кучка, могучка. А, ну тут хорошо, тут смочила. Вот такие опилочки классные. Так, вот мешки я кладу. Ай, прелесть. Так, ну ладно. Сейчас будем приступать. Вот такая горочка. У нас небо. Вот, солнышко вышло. И мы попали под дождь. Прям гроза была, молния сверкала. И мы набирали. Вот так немножко кучку распотрошили. Ну, в общем, короче, 10 мешков набрали и заплатили целых 100 рублей. Вот так. А в городе мешок опилок стоит 100 рублей. Мешок. А мы 10 за 100 рублей взяли. Ну все, сейчас поехали домой разгружаться. Вот такие досточки тут лежат. Вот такой у меня цветничок. Приехали мы уже. Не судите строго. У меня еще все в процессе оформления. Это натыкано. Так, каждый год по чуть-чуть. Сейчас я покажу вам. Цветет, вот смотрите. Барбарис очень хорошо. И распускается пиончик. Мои красавчики, как я их люблю. Мои пиончики. Дождик прошел так хорошо. Все в капельках таких. Посмотрите, видите, какой кустик красивый. Так, муха пошла отсюда. Вот. Ой, какая красота. Вот смотрите, еще прям после дождя. Вот такая шапочка. И открывается мак. Видите, какой большой вот моя рука. И он такой большущий. Вот так вот. Так что уже пиончики начинают. Пошли мы разгружаться.